Итак, наш объект фитнес. В гостях. Ну, не то чтобы в гостях, а помогает Николай Бондарь Роману Виноградову у нас. Сейчас он занимается бэкроллингом. Не снесли мы безвоздушкой и раскатали валиком. Коля нам показывает, как это надо делать нежно и ласково. Нежно и ласково. Вот такая получается у нас шагрень. Вот. Шагрень. Друзья, это называется бэкроллинг. Что метод названия вот это бэкроллинг, давайте его адаптируем под наши местные реалии. Как было? Как будет по-русски звучать? Ну да. Покраска с подкатом, как вам? Покраска с подкатом. Красиво подкатить. Красиво подкатить, да. Техника эта нужна для того, чтобы поверхность была шелковисто-матовая, с глубоким матовым эффектом. Это новая версия, она еще матом ругается. Да, да. Нифига себе. А где взял? Где обновление? Это прошивка. 10-й АОС. Кожаные ублюдки. Кожаные ублюдки. Это откуда такое? Это пылесос. Thank you.
А в это время Роман красит потолочки. Роман, а пацаны там этим бэкроллингом балуются. У меня не получится этого сделать, так как тут вот, вот такая вот ерундовина. Ну ничего, мы своим роллингом занимаемся. Студия ремонта Краснодар, подписывайся. Сухарь Про, Алекс 804, студия ремонта Краснодар, подписывайся. Малярные работы. Рекомендую. Механизация рулит. Какие выводы из этого метода сделать? Выводы, Коля, мы можем, наверное, сделать завтра, ну, уже окончательные, но эту технику мы используем, в принципе, второй раз. Первый раз мы это здесь делаем по холсту, и еще один раз делали по обоям, по полиэтилену, ремонтному, там, или как он, кто как называет. В принципе, скорость одна и та же, но качество вот именно поверхности, вот, то, что мы получаем именно матовую поверхность, а не сатиновую, когда накладываешь 2-3 раза, мы вот сталкивались с этим, то, что накладываешь матовую краску без воздушным способом, она не матовая, она вот блестит, вот, но валик вот именно он дает матовая. Ну и конечно, скрывает на объемах маленькие погрешности. Ну ты имеешь, в частном интерьере имеет такой метод, ну, на жизнь? Да почему бы и нет, но тоже в зависимости опять-таки от краски и от класса ремонта, скорее всего. Ну, как бы. Есть, потому что есть краски, которые мы катаем только валиком. Вообще бомбический валик. Валик вообще бомбический. Когда ты хочешь скорость по механизации, надо профессиональный инструмент, тогда получится и качественно, и быстро. Идем на второй строй, на второй раз. Посвети сбоку чуть-чуть. Ты смотри, сами собьешь.
2 минуты курим и прикатываем.